Всем привет! Сегодня у нас с вами будет познавательная экскурсия о том, что почем можно купить в Малаке. Итак, начнем. Вот я полностью закупаюсь на местных базарах, рынках, в магазинах. И сейчас вам расскажу немножко о ценах. Чтобы вы ориентировались, на сегодняшний день, сегодня 24 декабря 2019 года, курс доллара по отношению к рингиту. 1 доллар это 4 рингита 6 центов. Итак, поехали. Вот кокосовое молоко. Здесь 200 миллиграмм. Оно стоит 2,50. Рис. Килограмм. Стоит 3,65. Картошка. Она идет по 3 рингита за килограмм. Яйца. Вот такие вот яйца. 3,40, 10 штук. Мука рисовая. 1,95 за полкилограмма. Вот здесь овсяная каша. И здесь 800 грамм. Она стоит 9,90. Дальше вермишель твердых сортов. Здесь 400 грамм. И стоит 3,20. Чай зеленый в пакетиках, 20 пакетов, 2,50. Это так называемое сухое кокосовое молоко по 90 центов. Банан здесь 5 рингит за килограмм. Папайя идет по 3 рингита за килограмм. Морковь 4,80 за килограмм. Так, дальше купил приправу. Потому что не могу найти понятных нам приправ. Попробую. Короче, здесь 6 кубиков, 3,10. Дальше манго. Манго 13 рингит за килограмм. Это спелые. А если зеленые, то они 8, 7. Ну, зеленые мы же не кушаем. Дальше купил такой вот себе десерт. Это кокос с молоком. С этим, с медом, извиняюсь. И он стоит 4,40. А за сколько грамм? За 280 грамм. Попробуем, не знаю. Так, у них очень популярный вот такой вот напиток. Это типа сгущенки с какао. Она стоит 2,15 за пол-литра. Лук. Здесь стоит 4,60, батат по 4,50, кажется, за килограмм.
Ну вот, вроде бы и все. Вот такая вот вам экскурсия. И дальше вы себе можете оценить, что почем и выгодно ли сюда приезжать. Всем спасибо за внимание. Сегодня я буду готовить постные голубцы. И для у меня для этого всего есть. Так как рецепт постный, то вот, пожалуйста, рис есть, помидор есть, лук есть, томатную пасту нашел, купил, капусту купил, морковь тоже. Будем готовить. И для начала нам нужно будет поработать с этой капустой. Я, значит, возьму ее, помою, отделю листья, и эти листья нужно будет пропарить минут 5-7 в кипящей воде, чтобы они размякли, и потом остудить. Приступим. Потерпел фиаско, почему-то капуста не стала нормально отделяться, она вся порвалась. Поэтому переходим к пункту номер 2 и буду варить ленивые голубцы. Значит, в начале рецепта отмываете очень хорошо рис и ставите его на проварку минут на 5-10, чтобы закипел и был полусырой. Пока рис готовится, я приготовил такой вот торт. Он на рисовой муке полностью, а сверху я купил крем. Это вот такой вот крем идет. Это кокос с медом. Пусть немножко постоит, остынет. Я его разрежу и тогда посмотрим, что он собой представляет. Так вот, я рис приготовил до полуготовности. Сейчас его пересыплю и тогда буду нарезать морковь, лук и тушить, а потом добавлю еще и капусту. Все это вместе буду тушить. Вот я мелко нарезал морковь и лук, и сейчас буду обжаривать до золотистого цвета лука. Вот лук стал золотистым, и я добавил капусту. Теперь все вместе буду тушить, пока капуста не станет мягкой. Ну вот, как видите, капуста у меня стала мягкой, и сейчас я сюда добавлю рис, посолю его, поперчу, и потом мне нужно будет обмакнуть это все еще и в муку и сделать небольшие шарики. Покажу вам, что у меня получилось. Вот получился такой полуфарш, и сейчас я его буду обмакивать в муку и делать небольшие шарики. Ну или наоборот. Делать небольшие шарики, обмакивать в муку. Рис у меня очень рассыпчатый, поэтому шарики не скручиваются. Поэтому пойдем другим путем. У меня сейчас есть морква, лук, приправы, томатная паста. И я буду готовить соус. И потом просто-напросто поставим сверху на эти ленивые голубцы соус. И все вместе запечем в духовке. Вернее, в мультиварке. Итак, для соуса я взял лук, морковь, помидор, нарезал мелко, сейчас протушим и потом добавим томатную пасту, будет так правильно, ну и специи. Вот соус уже почти готовый, сейчас только добавим томатную пасту, она еще минут 5 все вместе покипит, и тогда будет этот ингредиент объединять с этим ингредиентом. Причем нужно, чтобы рис с капустой оказался внизу, а вот этот соус вверху. Как это буду делать, пока еще не знаю, но покажу вам обязательно. Получились такие два ингредиента. Собственно, лентяйские голубцы и соус. Сейчас мы на низ поставим лентяйские голубцы, а сверху зальем соус. И согласно рецепту, полчаса нужно еще запекать. Вот получилось как-то так. Сейчас будем запекать полчаса.
Ну вот, такие вот ленивые голубцы у меня получились. Пробовал, довольно вкусно. Можно готовить. Вот такой получился тортик. Сверху его помазал кокосовым кремом с медом, а внутри он вот такой вот классненький. Это полностью на рисовой муке с добавлением яиц, сахара, разрыхлителя.